Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои самые хорошие зрители. Как ваши дела? Хорошо? Смотрите, надо худеть обязательно. Я 100 раз говорю, у нас есть группа, у нас похудение группа есть. Все худеют, надо бегать, надо двигаться, надо ходить, надо темпом надо ходить. Я вам 100 раз говорю, ходьба надо, хорошая ходьба надо. А вы ходите как Хаджи Мурат. Это так нельзя, дорогие мои друзья. Надо темпом ходить, надо движение делать. Вам нужно худеть, да? Правильно? Окей. Вы должны двигаться, надо просто темп. А так я буду так говорить, Азарь, я худею, я хожу. Ты если отсюда до Азербайджана будешь ходить, у тебя ничего не получится. Надо темпом ходить. 20 минут, 30 минут темпом ходи, чем ты будешь часами ходить просто так по своему этому. Как Хаджи Мурат. Вот, короче, дорогие мои друзья, если занимаетесь ходьбой, если хотите худеть, надо ходить и бегать. Надо мало кушать и слушаться. Все, самое главное, у меня есть группа, нету такой там девушки, которая не худели, нету результата. У всех есть результат, факт перед глазами, я постоянно поставил на этот сторис, вы сами все это видите. Берегите себя, берегите здоровье, надо худеть, не надо быть жирным, не надо быть пупсиком.